А там асфальтовый спуск? Да, там асфальт. Но он 8%. Да не, мне без разницы, потому что земли не было. Ну да, поскольку тут у нас половина фиксов, половина шоссейников, вы перед фиксами не тормозите резко, все плавно в группе. Вот, мы быстро тормозить не умеем. Лифтов сегодня вроде нету. Нет, если есть, так, вот все классическое. Ведущих не обгоняем, ведущий вас, либо я, как повезет. Надо привыкнуть, что я теперь не смогу мимо машин проезжать спокойно. А у тебя нормально еще. Сколько, 680, да? У тебя 620. 620, у меня 740. Чуть-чуть пошире. Так что нормально. Как раз вот это расстояние достаточно. Знать?
минут 20 с хером, но ведут себя как 40-летние. И это все прям так. Я просто не тормозил. Да, ну, кайфово. Я смотрю, у тебя как будто там ускорение просто улетело. Я не знаю, я просто не тормозил. Окей, окей, сорян. Да, что-то не допили, блин. Сначала в гору, потом с горы. Давай, прогулочным 17 км в час. Фикс гир за дружелюбную дорожку. А какую движение? Никакую. А людей просто ждем. Так, вот еще оставил. Если нет, то поехали. Все догнали. Все? Ну тогда сейчас. А мы что там, типа, на болотке развернемся и обратно поедем?
Эхо! Будь здоров! Настоящая птица или там это играет где-то? Нет, он, я уже ничему не удивлюсь. Ну ладно. А то я слышал уже такое в каком-то парке, там типа из колонок просто запускают и все. Погуляем, и тогда я стену.
У нас передышка. Ты опоздала, что ли? Я, да, 8 минут.